на 1000 фолловеров тогда приведу 24-часовой, когда она наберется, и думаю, что там делать, блин, какие игры играть, что вообще. Потому что... кажется, что ничего круче не придумаю. Но прошлый стрим был у меня 30-часовой, 24. Следующий, наверное, будет, надо часов 35 делать. Хотя там как зайдет, опять же. Просто если нечего делать будет, то и непонятно, зачем столько стримить и что там делать. В этом проблема. Просто старые? Не, ну все, что новее 16 бит, это уже не старое. Придумывает все. Не знаю, в СГ единственные интересные стримы были, это вот как они адаптировали формат что где когда под под игры. Да и не только что и когда, у них были там угадай мелодию и своя игра игровая. Вот это прикольная тема. Короче, вот эти вот все викторины, где надо там на вопросы отвечать только про игры. Вот это прикольная тема. Потому что так, ну реально, во-первых, я не видел, чтобы кто-то так вообще еще делал, но если есть кто-то, кто еще так заморачивался, то ну, точно не на таком уровне, то есть они там прям запариваются, пытаются, ну давно это уже делают. Я, например, все выпуски ЧГК, будет ЧГК? Не, ну ЧГК это интересно, ЧГК на 24-часовом стриме ЧГК это катшиза, по-моему. Потому что у них отдельные стримы всегда были. Потому что я все выпуски ЧГК смотрел. По крайней мере... А как мне искать потом в записи этот выпуск? Мне его надо целиком открывать стрим и искать там в записи, или они как-то его выкладывать будут? Потому что раньше было удобно, что у них есть расписание. Да нет, мне не расписание надо. Я... Вот... Я хочу посмотреть именно ЧГК. Мне пофиг на все остальное. Как мне потом это искать? И почему не делать ЧГК как раньше? Блин, как они тогда делали, просто... А, выкладывают отдельно на Ютубе, ну окей, а то я думал, может быть, не выложу. Потому что я все, ну типа, я периодически захожу, ввожу, значит, СГ ЧГК и смотрю, что там вышли или нет новые какие-нибудь выпуски. И что-то, по-моему, давненько у них не было ничего. Я уже думал, ну, вряд ли они забросили эту рубрику, она у них столько времени держалась, как бы довольно популярная вроде была. То, что, ну, своя игра у них там мало, по-моему, выпусков было, и она не так сильно заходила, мне кажется, поэтому это пофиг, а вот именно ЧГК... А, все-таки затроллил. В конце жирный выехал. Окей. Типа повезло, бомба, но я не знаю. Все равно фигня какая-то. Наверное, небольшой ПБ еще можно сделать, если в конце прям. Если сейчас очень хорошо идти. Но это маловероятно уже. Блин, зачем я сломал? Мне корабля-то нету еще, кстати, а мне на лассе понадобится. Не успею. Это уходит этих расписаний. Да мне пофиг на рубрики, как бы, если там нету СГЧГК и прочих вот этих вот штук.
Ну, по-моему, раньше все СГЧГК, они были, ну, не на каком-то там лимане, а, по-моему, это были отдельные стримы, если я ничего не путаю. Но мне всегда казалось, что это, типа, отдельно они нас пускали стримы и... Фиг знает, короче. Блин, что-то криво-то. И чё это? Не знаю, блин. У меня, конечно, на 12-м есть таймсейв, но вряд ли 5 секунд смогу засейвить. А, смог. Фига. Не, ну это прям очень хороший 12-й, да. Там повезло, что один танк там собрался уже вниз уезжать, но развернулся и поехал наверх. Вот если бы он уехал вниз, вот буквально один танк не, в другую сторону поехал бы, это там секунды две точно плюс сразу же.